Нужно идти к волкам, брат. Сюда. Тихо. Теперь она друг. Лучше дай им это сам. Когда волки возьмут след Норн, нам останется только довериться их чутью. Открою ворота. Хватит скулить! Их шерсть в грязи. Когда ты их вычесываешь? Они же волки. От грязной шерсти бывают болезни. Заботься о них, и они позаботятся о тебе. Брат, а что именно ты собираешься спросить у Норн? Как отыскать сына? Больше ничего. Может, есть смысл попытаться разобраться в этом пророчестве? Узнать их мнение насчет твоей предполагаемой кончины. Ты не говорил, что тебе напророчили смерть. Когда мы с Атреем попали в Йотунхейм, то нашли там скрытую фреску. Великаны и сама Фей давно предвидели весь наш путь. С кем мы встретимся, с кем сразимся. Они предвидели все, что будет. Но ты не умер. Этот рисунок относился к будущему. Вот как. Я думала, уж ты-то не боишься смерти. А, дело ведь не в этом. Нет. Смерть заберет меня, когда заслужит этого. Тогда, вероятно, тебя заботит не будущее. Фэй отправила тебя в путь и сделала так, что в конце пути ты увидел пророчество. И ты все еще не знаешь, зачем. Я не хочу больше обсуждать это. Mm-hmm.
Добрались до озера. Как нам отыскать Норн? Следи, что делают волки. Видишь, в какую сторону они смотрят? Озеро Девяти переживает не лучшие времена. Налетчики тут устроились как дома. Я не бывал в этих краях с нашей легендарной битвой. Она тоже считает ту битву достойной. Ты об этом знаешь? Она рассказала, когда нашла меня. Она поверила в то, что ты можешь быть союзником задолго до меня. Королева Валькирии. В союзниках. Я королева Валькирии. Как Сигрун раз за разом упорно мне напоминала. И как я сразу не понял, что это Сигрун тебе помогла? Она верная и мудрая. И такая высокая. Угу. Не надо быть богиней любви, чтобы понять, о чем твои мысли. Думаю, теперь все. Это были налетчики. Те самые, что... Едят волков. Мы с Атреем спасли наших из такого лагеря. Это хороший... Налетчики – бич этой земли. Они причинили множество страданий ее зверям. Возможно, нам стоит принять меры. Возможно. Так знаешь, брат, раз норны видят будущее, значит, знают, что мы задержимся.
Это нить судьбы, что ты нашла. Это не нить жизни, если ты об этом. Выходя за пределы Источника, Норна отмечает ими свой путь. Норны живут в Источнике? Нет. Источник Урт, их дом. Трудно объяснить. Он не где-то конкретно, открывается в разных местах. Это место полностью им подвластно. Там эфемерное становится реальным. Это как попасть в собственный разум. Но если мы войдем вместе, то будем в головах друг друга? Что-то мне не нравится эта идея. У нас нет нужного снаряжения. Смотри, там какие-то обломки. Наверное, от статуи Тюра. Я помню, как йотуны делали эти браслеты для статуи Тюра. Для этой работы отбирали самых искусных и опытных мастеров. Отличная память, Фрейя. Как и Тюр, йотуны верили, что лучшее нападение — это хорошая защита. Вот так они решили воздать ему честь. Великаны были правы. Я все осмотрел. На озере полно налетчиков. Осторожнее! Встречался с норнами? Лично нет. Фрейя права. Они умеют обескуражить и расстроить. Один внес свой вклад. Так и не сказал, что там случилось. Или он сдался, или решил забыть увиденное. Расскажешь, как все прошло в прошлый раз, когда ты пришла к Норнам? Если честно, я не помню детали. Все как в полудреме. Лучше всего я помню, что изменить судьбу моего сына было невозможно. И это побудило меня пытаться еще усерднее. Брат, а ты?
Ты ведь и сам имел дело с богинями судьбы. Легенда о призраке Спарты были сильно преувеличены. Преувеличены? Я не про праведную ярость и льющуюся кровь, а про ту часть, где ты вернулся в прошлое, чтобы выиграть проигранный бой. В это как-то трудно поверить. Слух, что Тор одним ударом отправил мирового змея из Рагнарёка в прошлое, это одно. Так и было. Нити судьбы опутывают все. Сестры судьбы злоупотребили властью. Я пошел против них, и они пригрозили вычеркнуть меня. Поэтому я убил их и обернул их силу против Зевса. Не слышала ничего более безрассудного и опасного. Такой силой не обладают ни Норны, ни кто-либо другой во всех девяти мирах. Да, представляешь? Если бы она была, ее бы, безусловно, заполучил Один, и мы были бы куда в более глубокой заднице. Я не стал бы просить их изменить прошлое. Я хочу только ответов. Это, насколько я знаю, само по себе весьма опасно. Вернемся к волкам. Посмотрим, смогут ли они отыскать Норн. Oh!
никогда не видел подобной работы. Сколько же ему лет? Где мы уже видели что-то подобное? У Тюра. Грибцы. Памятник завоевателям. Но корабли делали славные. Мимир, ты не поверишь. Это эмблема Фьотрлунда. Фьотрлунда, говоришь?
Это же родина Сигрун. Субтитры сделал DimaTorzok.
Thank you.
Слишком быстро! Используй щит! Железный мир лучше золотой войны. Тюр часто говорил о том, что никакие победы не стоят потерь на войне. Он считал своим долгом избегать ее. И до сих пор избегает. Thank you.
Замерз! Что делать-то? Осторожно, сзади! Йотурвунда. Сигрун рассказывала, что выросла среди этих людей. Наверняка должен быть другой путь.
Ah!
Наверное, это шлем со статуей Тюра. Завоевывай умы, а не земли. Тюр понимал, что самая важная война идет за умы и сердца людей. Жаль, что сейчас Тюру не интересно ни то, ни другое. Кратос, смотри, лагерь налетчиков. Разберемся с ними, брат. Кратос, ты весь в огне! Это был последний. Они до сих пор скулят. Бедняжки, они чуют опасность. Волки боятся того, что уже не может им навредить. Ужасы прошлого порой накрепко связаны с настоящим. Ты-то должен это понимать.
прекрасный клинок. Бесполезный. Церемониальный. Рот!
Береги ног! Слева, брат! Еще враг! Кратос, ты горишь! Пройдет! Это что, замерзшая молния? Здесь окончилась моя битва с Тором. Это здесь вы упали? Теперь ясно, почему по всему озеру обломки статуи Тюра. Времена. Мы часто бывали в этом храме. Забегали к Броку и мчались навстречу следующему приключению. Тоскуешь? Да. Тогда все казалось проще. Согласен. Перехода. Она не в лучшем состоянии. Как и все мы. Кратос, помнишь, как я впервые привела вас с Атреем сюда? Словно целая жизнь прошла. Я помню. Именно твои советы помогли нам исполнить последнюю волю Фей. И твои тоже, Мимир. Thank you.
жалко было бы это потерять. Чего смотришь? Ты знаешь, он будет в порядке. Не знаю. Ему это было нужно. Он в опасности. А с тобой он был в безопасности, что ли? Не был на волосок от смерти, скажешь? Ни разу, да? Я сюда не за этим пришел. Знаю. Это за счет заведения. Для всех постоянных клиентов. Все, довольна об этом. Да? Надеюсь, у тебя боевой настрой. Что нужно лесной ведьме?